За решающим матчем в Казани без преувеличения следил весь город. Спортивный комплекс на Крестовском острове – только одно из мест, где собрались болельщики СКА, чтобы посмотреть трансляцию. Переживали за армейцев неистово, радовались каждой заброшенной шайбе в ворота соперника. Ну а когда прозвучала финальная сирена, над многотысячной ареной разнеслось «Кубок наш». Этого мгновения петербургские хоккейные болельщики ждали не один год. Никогда раньше в своей клубной истории СКА не становился чемпионом. Буквально сразу же после окончания игры сотни болельщиков в Пулково старались приехать заранее, ведь не знали, в котором часу совершит посадку чартер из Казани с главным трофеем континентальной хоккейной лиги. Мечта последних 7 лет, мечта, чтобы СКА выиграл Кубок Гагарина, она осуществилась. Это знаменательный день для всего города, для меня лично, так что поэтому мы здесь встречать нашу команду любимую. Необычная ситуация для Петербурга. В последние годы обычно поздравляют с победами футболистов «Зенита», а теперь вот наоборот. У Владислава Радимова с утра тренировка, а он здесь и не один, с супругой. Впервые выиграл Кубок Гагарина, вообще стал чемпионом России. Для нас это огромная честь вообще. Молодцы ребята. Я вообще с маленьких лет ходил на хоккей, мечтал об этом и не приехать сюда не мог. Я отлично помню, как встречал нас город, когда мы стали чемпионами Сибири. Хочется почувствовать то же самое, как ленинградец. Ну вот, кажется, и все. Журналистов приглашают в зал ожидания. К встрече чемпионов все готово. Самые близкие люди игроков, жены с нетерпением ждут, когда же можно будет поздравить победителей. Почетный трофей, как и полагается, в руках капитана команды Ильи Ковальчука. Команда следует к болельщикам, и только Артемий Панарин делает вынужденную остановку. Кто-то должен ответить на вопросы. Быстрее уже хочется к нашим болельщикам любимым выйти на улицу, на вокзале фото. Да уже до нас дошло, как много их там. Даже в такую погоду, не очень хорошую, проявили характер, показали, что мы команда, и мы очень счастливы, что мы это сделали. И наконец-то Питер дождался этого. К автобусу игрокам СКА пришлось пробираться. Взять автограф у кумиров и сфотографироваться на память хотели многие. И надо сказать, хоккеисты, несмотря на усталость, никому не отказывали. Ведь это общая победа игроков и болельщиков. СКА – чемпион. Станислав Федоров, Владимир Бухович, Денис Смирнов, Андрей Романов. Вести, Петербург.